Так, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания «Гарант Ремонт». Сегодня у нас будет выпуск про то, как мы монтируем ламинат на стенах. Это у нас будет рабочая зона, где мы покажем всю работу по этапам. Ролик уже у нас, скажем так, старый, но, как всегда, актуален. Первое, что нужно сделать, это очистить стену от шпаклевки. Так как изначально у нас планировалось там обои, стены были подготовлены под обои, зашпаклеваны. Это все дело нужно будет чистить, так как адгезия у нас будет хорошая, но в момент высыхания может подавать шпаклевка, и, соответственно, все наше добро окажется на полу. Чтобы этот момент исключить, очищаем стену до основания, до штукатурки. Вторым этапом мы грунтуем нашу стену, чтобы укрепить основание, обеспылить, скажем так, и повысить адгезию материала. Следующим этапом мы прибиваем опорную планку. Делаем это мы с профиля ОД пристенного. Вот, прибиваем ее в горизонте. Уровень определяем по лазерному нивелиру. Дальше делаем разметку, определяем, где у нас будут наши розетки. Расчерчиваем все это дело и вырезаем. Вырезать будем с помощью коронок по дереву нужного нам диаметра. В данном случае это 68-70 мм. Резать ламинат мы можем как лобзиком, но лобзик у нас будет немножко рвать наше покрытие, либо же мы режем болгаркой с помощью диска по плитке. Вот, так как он дает минимально сколов и чистовой рез получается довольно-таки аккуратный. Вот, следующий этап в работе – это нанесение герметика. Герметик наносим точечно, слишком часто не надо, потому что очень большой будет у вас расход. Вот, точно нанесли, будет у нас крепко держать надолго. По самой раскладке ламината – это уже определяйте сами, кому как нравится. Хотите на одну вторую смещать, хотите на две трети, уже определяйте рисунок сами, либо же со своим заказчиком. Вот. В принципе, ничего сложного, работа практически не отличается от той, которую мы проделали бы по полу. Так что берите на вооружение, пользуйтесь, делайте красивый ремонт. С вами, как всегда, был «Гарант Ремонт». Всем пока!